встретили в тумане еще один контейнеровоз, который находится во фрахте, ну, либо на простом языке, в аренде в компании Evergreen, и называется он Evergenius. Это судно является систершипа судна Evergiven, которое в 2021 году перегородило Суэцкий канал. Всего же в серии было построено 11 судов этого класса, и все они сейчас прекрасно работают. Эту серию судов называют класс G, либо класс Golden, по примеру названия первого судна в серии. Все суда этого класса способны взять к себе на борт чуть больше 20 тысяч контейнеров в 20-футовом эквиваленте. Чуть позже мы его снова встретили, но тут оно уже находится в балласте, то есть полностью пустое, ожидает постановки на ремонт пятилетний, потому что оно 2018 года, то есть в 2023 первый пятилетний ремонт, который является обязательным для таких судов. И это Китай, шипьярд Жушань.